4 основы для успешного бизнеса. То есть 4 основы для того, чтобы вы преуспели в бизнесе. Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этом видео я вам хочу раскрыть 4 мощных фундамента, на которых строится успех вашего бизнеса, на которых строится успех абсолютно любого бизнеса, чем бы вы ни занимались. И если какая-то из этих основ неуверенно стоит, неуверенно установлена, а если она шаткая, то даже если присутствуют 3, то вы не получаете тех результатов, на которые изначально надеялись. Итак, первое важная составляющая успеха вашего бизнеса – это уверенность в той компании, с которой вы сотрудничаете. Речь идет о сетевом бизнесе. Соответственно, когда вы выбираете себе компанию, стратегического партнера, компания, которая за вас выполнила огромное количество работы, провела какие-то исследования, маркетинговые тесты, возможно, какие-то сертификации, наладила доставки, наладила интернет-систему. Вот если у вас нет уверенности в компании, с которой вы работаете, если у вас такое отношение, что эта компания, ну, возможно, она недостаточно надолго вообще работает, если вы в ней сомневаетесь, то, соответственно, вы не вкладываетесь на все 100% в развитие вашего бизнеса. То есть у вас всегда, знаете, вот на подсознании такое, что я бы, вот знаете, какой вопрос проверочный, можно сказать, рекомендовал бы я продукт этой компании своим самым-самым близким. Вот своему ребенку я бы рекомендовала начать бизнес с этой компанией или своим родителям, или вот кто для вас самый-самый близкий, рекомендовал или нет. И, соответственно, не по вопросу, надо ему или не надо, а вот именно искренне, желали бы вы своему близкому человеку сотрудничать с данной компанией. Если да, значит, эта уверенность у вас присутствует. Если нет, либо вы недоразобрались со своей компанией, либо это действительно компания, которая недостойна вашего внимания, внимания ваших близких, то зачем вы тогда тратите время вообще сотрудничать с данной компанией? То есть первая основа – это уверенность в той компании, что она действительно надежно может выполнить те обязательства, о которых она заявляет. Вторая основа – это индустрия. Я сразу хочу сказать, что эти основы, они никакая из них не важнее. Никакая, это 4, вот как стол. У стола есть 4 ножки, никакая из ножек не главнее. Если одной ножки нету, то стол стоять не может. Поэтому следующая основа – это уверенность, это вера в индустрию, в ту индустрию, в которой работает данная компания, в которой вы сейчас работаете, либо собираетесь работать. Насколько вы уверены в данной индустрии, насколько она вас воодушевляет, насколько вы видите перспективу в данной индустрии. Вообще, конечно, нужно задаться вопросом, насколько долго вы планируете развивать свой бизнес. Ну, то есть, насколько, если вы его начали так, чтобы чтобы чем-то себя занять там совсем краткосрочное время, то, в принципе, может быть, эти вам 4 основы, они, в принципе, не нужны, можете закрывать это видео. Если вы создали, хотите создать действительно серьезный долгосрочный бизнес, если вы хотите подойти к вопросу основательно и задаетесь вопросом, почему что-то идет не так, а хотелось бы, тогда это видео для вас, и тогда обратите внимание на свою уверенность. Вторая – это индустрия. Верите ли вы в эту индустрию на 100%? Нравится ли она вам сейчас? Нравится ли вам ее прошлое? Нравится ли вам перспективы ее будущего? И видите ли вы вообще перспективу на будущее? Видите ли вы, что это направление будет востребовано в будущем? Есть ли спрос сейчас? Как увеличиваются обороты данной индустрии? Насколько хаотичны эти
обороты, насколько это вас устраивает. Не хорошо и не плохо, если там хаотично или сейчас нет спроса, но вы верите в то, что этот спрос вырастет потом. Главное понимать, чтобы эта уверенность у вас была. Если этой уверенности нет, значит, опять же, вы либо недоразобрались, либо это не то дело, на которое нужно тратить свое время. Потому что вы можете инвестировать какие-то деньги, инвестировать самое ценное – это свои ресурсы времени. Вместо того, чтобы проводить его с семьей, вы сейчас можете тратить это время на то, чтобы развивать бизнес, в который вы вообще не верите в будущее этой индустрии. Соответственно, зачем тогда тратить туда время? Поэтому обратите внимание на второй фундамент – это вера и уверенность в индустрии. Насколько вы верите в нее сейчас, насколько вы верите в ее будущее. И обратите внимание на факты, конечно. Верить – это хорошо, но когда проходит 3-5 лет, а воза ныне там, то тут ты уже начинаешь обращать внимание на факты. Поэтому не нужно ждать долго, просто обратите внимание также на цифры, факты, что происходит, что происходило, возможно, какие-то цифры, расчеты каких-то агентств аналитических. Вот, то есть второе – это индустрия. Третье в сетевом бизнесе – это наставник. Вот когда вы присоединяетесь к какой-то компании, да, вы выбираете себе человека, у которого вы обучаетесь, который с вами делится опытом. И с вашим наставником у вас должна быть очень такая тесная связь, коннект. Это человек, который по какой-то причине вы ему доверяете. Это человек, результат которого вас вдохновляет, вы тоже хотите такой же результат. Это человек, которому вы доверяете на 100%. Это человек, которому вы можете позвонить и рассказать, как у вас все хорошо, как у вас все плохо. Это человек, который верит в вас, который вас воодушевляет, не который вас постоянно подталкивает. Да, есть люди, которые ищут таких вот себе наставников, чтобы их постоянно кто-то пинал. Я не буду говорить, хорошо это или плохо. Возможно, вы как раз с вашим наставником сойдетесь в этом. Но то, что у вас должно быть абсолютное доверие и вот эта уверенность в вашем наставнике, она должна быть. Потому что если вот эта цепочка, она прерывается, если вот эта связь прерывается, то также очень сильно страдает ваш бизнес. Возможно, в какой-то период вы с вашим наставником начинаете находиться на одном, ну так сказать, квалификационном уровне. То есть вы, хотя наставник также развивается, но бывают такие ситуации, что вы просто начинаете потом дружить, вы начинаете вместе строить бизнес, но вот отношения должны быть со 100% уверенностью, со 100% доверием. Это тоже основа. Если это шаткая такая ножка у стола, то ваш бизнес от этого страдает. Потому что еще и прерывается информационный поток. Спонсор – это ваш наставник в бизнесе, это источник информации. Соответственно, если у вас коннект не налажен, прерывается поток информации, и вы, соответственно, не достигаете тех результатов, о которых мечтали. Хотя всегда можно подняться на ступеньку выше. То есть вам нужно наладить коннект с одним из наставников, чтобы у вас были вот такие вот доверительные отношения. И четвертый фундамент это вы, это уверенность в вас самих. Есть ли у вас уверенность и вера в то, что у вас получится? Есть ли у вас уверенность в том, что вы сделаете это бизнес, в том, что вы достигнете своих целей? Это очень важно. Если вы верите в индустрию, верите в продукт, верите в компанию, у вас классно, вы дружите со спонсором, но вы постоянно сомневаетесь в себе, у вас ничего не получится. Поэтому как раз ваш наставник, он вам может посодействовать в том, чтобы у вас эта уверенность появилась. И, конечно же, для того, чтобы эта уверенность появлялась, вам нужно просто начинать активно действовать. Чем больше ты действуешь, тем больше ты получаешь результатов, и тем больше у тебя уверенность в себе в новых достижениях. Обратите внимание на все эти 4 фундамента, они мега важны для достижения успеха. Действуйте, корректируйте, где нужно, и добивайтесь поставленных целей.
Спасибо большое за внимание. Если это видео для вас было полезно, если вы нашли ответ на ваш вопрос, ставьте лайк, пишите комментарий, мне будет интересно очень почитать. Я учту ваши пожелания для записи следующих видео. Спасибо большое еще раз за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь и до встречи в следующем полезном видео. Пока-пока!